друзья, мы прощаемся с этим прекрасным местом. Наконец-то прибыв на эту Мальту, получилось побывать в волшебнейшем месте, где вот реально хотелось побывать. Потому что все остальные места постоянно не было. То пляжный такой, то грязь, то не то, то все не так. А здесь, на этом месте, которое называется Камино, все прекрасно, все чудесно, все замечательно, все очаровательно. Поэтому, если вы прибываете на Мальту, обязательно не пропустите прибыть на Камино. Это буквально занимает всего 2 часа езды от острова Мальты. Стоит всего лишь 15 евро. Но таких красивых мест, как здесь, в этом районе нету. Одно дело, там, если в Греции или в Таиланде, тоже такие же красивые места есть. Но на Мальте здесь именно вот так, чтобы красиво было, нет. Поэтому такая малюсенькая информация.